Здарова, все мои подписчики, это канал Foodtest, и сегодня у нас на обзоре уже не сильно новенькая, но все равно новиночка. Только, может не только, но для меня точно, потому что я из них ничего не пробовал. Это два новых мини Summersby. Знаете, что такое Summersby? Это сидр. Они обычно в 0,5 всегда выпускаются, но это 0,033. Я так и знал, просто проверил. 0,33. Один сидр шприц. Второй шприц — это не тот шприц, которым, а тот, который коктейль. И секко. Секко — это, я так понимаю, типа что-то я видел, что такое есть такое шампанское вроде. У обоих по 4,7 градуса. Выглядят они вот так. Маленькие бутылочки, прикольненько. Даже не знаю, с чего начать. Секко или шприц? Шприц мне более, как это сказать, более импонирует. Во, классное слово, импонирует. Поэтому оставлю я его на десерт. Начнем с секко. Что такое секко, я, конечно, не знаю. В составе сок яблочный, сироп, лимонная кислота и ароматизатор игристое вино секко. Значит, это все-таки шампанское. Типа сидр со вкусом шампанского. Что, открываем? Раз. И есть. И, наливаем. В принципе, выглядит как стандартный или сидр, или шампанское. Особо их не отличить. Но на вкус сейчас мы отведаем его. Блин, а что это такое? Это реально, блин, как будто взяли просто сидр и смешали с шампанским. Стандартным шампанским, не таким, который сейчас довольно популярное, вкусовое, там, фруктовое или еще какое. А именно вот стандартное, типа, советское шампанское и стандартный сидр яблочный, без всяких добавок. Взяли их 50 на 50 смешали, и вот какой-то неоднозначный вкус. Я бы не сказал, что он мне прям вообще нравится. Я бы сказал, что он мне вообще прям не нравится, если честно. Вот сидр, у него есть такая сладость, яблочная, фруктовая. Тут шампанское убило эту всю фруктовую сладость. Шампанское, в принципе, отдельно можно пить. Но тут что-то сидр испортил и шампанское. На самом деле они друг друга испортили. На деле они по отдельности, это как неудачное купажирование. По отдельности они норм, вместе они говно. Ну вот такой, я не знаю, что вам еще сказать. Неудачный какой-то опыт. Я думал, будет ништяк. Оставляем для купажирования вместе со шприцом, потому что это будет купажирование, купажирование. Купажирование в квадрате. Делать бы купажирование в кубе. Так, и открываем шприц. Ух ты, ёб вашу мать. Я чё, бутылку, блядь, сломал? Вы представьте себе. Я тупо срезал с бутылки кусок стекла. И он, походу, попал в бутылку. Блин. Придется искать в марлю или бинт, чтобы процеживать, потому что... И, у меня же есть сито. Я могу использовать, наверное, сито. Пипец. Не было проблем. На тебе проблему, блин. Нашел я, короче, вот такое мелкое сито. Я надеюсь, там таких осколков мелких не будет. Мы сейчас проверим, какие там будут. Будем наливать аккуратненько, по чуть-чуть. Куда делся этот осколок стекла? Я, конечно, вообще без понятия. Он так лопнул, блин.
Главное, чтобы он не был в этом же стакане. Блин, я не проверил. Просто не хочется сильно стекло пить. Ладно, возьмем еще один стакан на всякий случай. Это у нас изначально бестекольный стакан, ну, без стекла внутри. Потому что он был в коробке. Переливаем эту вот штуковину сюда. Вроде тут не было стекла. Вот так он выглядит. Вроде стекла там не наблюдаю. Ну что, попробуем? Фу, блин! Вот что за говно? Я думал, то говно. Выходит, это говнянее, чем то говно. Говно в квадрате, блин. Блин, что они на... И они еще это пытаются продавать пищу по такой цене. Да они вообще херили. Ну реально, оно стоит рублей 23 за такую маленькую бутылочку. Да ну это пиздец вообще. Не, это полная херня. Что с этой открывашкой? Нахрена оно мне срезало кусок бутылки? Ладно. Короче, полная херня. Даже шприц. Я, конечно, никогда не пробовал шприц. Там какой-то определенный, довольно сложный коктейль, который мне сложно понять. Может, когда-нибудь сделаю, не знаю. Там берут какое-то определенное шампанское, берут еще какой-то сок, там что-то, не знаю. И если я что-то не так скажу, скорее всего, это не так. Но там довольно-таки сложно. Ну что, сделаем купажирование в надежде на то, что хоть что-то получится более-менее. Потому что по отдельности одно хуже другого. Если честно, мне даже не доставляет удовольствия их даже пробовать. Опять наливаю через сито, поскольку постольку, что в этот стакан тоже мог попасть кусок стекла. А у меня, если честно, небольшой страх по поводу стекла в моем желудке. Я думаю, так и у большинства людей. Но вроде тут стекла нема, ничего. Купажирование получилось. Получился что-то среднее между тем и тем по цвету. Секо и шприц. Если честно, какие-то они оба кислые. Шприц кислее. И эта кислота какая-то попала и доминирует в купажировании. Что-то мне не сильно импонируют эти коктейли. Я надеюсь, классические коктейли, блин, ну не прям настолько вот невкусные, кислые. Надеюсь, они вкуснее. Но это, конечно, что-то такое, блин. Фу. И вообще не советую их пробовать, потому что мне вообще не нравится. Если честно, мне редко что не нравится, но это просто капец. Это просто капец. Такое говно. И так дорого. Ну реально, две маленькие бутылочки. 0 по 0,33. Это получается 666 грамм. Число дьявола, блин. Как не странно. Неудивительно. Стоит 46-50 рублей. И ты этим давишься, и оно тебе невкусное. Ну, стоит ли, чтобы человек платил за то, что ему не нравится? Нет, конечно. Но бывает, когда ты платишь, ну, за нормальный хотя бы объем. Но тут ты платишь за еще и херовый объем, еще и невкусный продукт.
Вывод. Говно. Всем до встречи, всем пока. Ставьте лайки, пишите комменты. Если со мной согласны, ставьте лайки. Не согласны, пишите комменты. Подписывайтесь на канал в любом случае. Жмякайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы, если уже подписались на канал. Всем до встречи, всем пока. Я, как всегда, на страже новых и старых новинок.